У Анны Хилькевич проблемы. Актриса, воспитывающая двухлетнюю дочь, из-за плотного съемочного графика катастрофически не справляется сама и на постоянной основе прибегает к помощи нянь. Их на счету малышки Арианы было уже 6. Последнюю Хилькевич со скандалом уволила после того, как та неоднократно подвергала жизнь дочери актрисы опасности. То перебегала с ребенком дорогу в неположенном месте, то одной тряпкой вытирала сначала стол, а потом лицо малышки. После многочисленных разговоров от услуг этой женщины семья актрисы отказалась. Правда, быстро нашла ей замену.